Доброе утро! Наступили холодные осенние дни. Чтобы согреться дома, вам нужно сделать зарядку. Для этого вам понадобится только стул. Совершая подъем на стул или, возможно, на диван, вы будете разогревать и ноги, и верхнюю часть тела. Следите за тем, чтобы пятка полностью наступала на поверхность. Поднимаясь вверх, делаем выдох, опускаемся вниз, вдох. Вверх, выдох, вниз, вдох. Достаточно будет сделать 10 повторений на каждую ногу. Всегда заходим с одной ноги. Для большей безопасности держитесь за опору. Упражнение выполняем и на одну, и на вторую ногу по 10 повторений. Следующее упражнение мы разогреем мышцы рук. Эта мышца называется трицепс. Когда вы делаете пока-пока, у вас должно быть все красиво на руке. Поэтому делаем обратное отжимание. Следите, чтобы спина проходила мимо параллели стула. Вверху выдох, внизу вдох. 10 повторений, 3 подхода. Это будет достаточно, чтобы разогреть мышцы рук. Осталось 3, 2, 1. Упражнение заканчиваем. Садимся на стул. Поработаем с прессом. Упор на руки. Найдите равновесие на середине таза. Поднимаем ноги не слишком высоко. И совершаем движение колен к груди и от себя. К груди и от себя. Вверху выдох, внизу вдох. Вы уже чувствуете жжение в мышцах пресса, но еще работаем. Заканчиваем упражнение. Мы хорошо поработали с мышцами пресса, но не забываем про осанку. Следующее упражнение. Найдите опору в виде стены. Статическое упражнение. Опускаемся до параллели с полом, поднимая руки вверх. Удерживаем корпус, пресс в тонусе, лопатки сведены. Упражнение помогает выровнять осанку. В этом положении вы можете смотреть телевизор, следить за детьми или ждать, пока приготовится ваш завтрак. Целую минуту нужно провести в этом положении. Сделайте над собой усилие, и у вас будет красивая фигура. Минута прошла. Хватит. Уделяйте внимание своему здоровью. Не болейте. Хорошего дня!